Ставропольском цирке снова премьера. К нам приехали артисты с новым экзотическим шоу «Оливрувер». Представление стартовало 12 июня, поэтому начало было особенно торжественным. Зрители вместе с артистами исполнили гимн России. А солировал артист Ставропольской государственной филармонии Ильяс Батчаев. Артисты показали настоящее шоу. Под куполом цирка парили воздушные гимнасты. На арену вышли эквилибристы, клоуны, акробаты, а также целая команда пушистых и пернатых. Уже после первого отделения зрители были в восторге. Особенно их сердца покорили медведи, которые продемонстрировали на манеже все свои таланты. Что тебе больше всего понравилось, Саш? Медведи на канате. А почему? Потому что я люблю медведев. Когда выходили медведи, и они стояли, ну, на руках. Медведи мне понравились, потому что я люблю животных. И вообще, я когда вижу животное, я не могу его не потискать, там не погладить. Мне больше всего понравились медведи. Мне очень понравилось, когда с медведями. Когда они там репетировали, то есть там ходили по ниточке, там ездили на самокате. Ну, было очень прикольно. Мне понравилось, когда выступали коты и медведи. Что тебе больше всего сегодня понравилось, расскажи. Клоуна. Почему? Потому что очень мне весело. Очень нравится цирк нам. Мы с радостью пришли в этот цирк. Как бы и детям, и взрослым интересно. Шоу «Оливрувер» – это новый цирковой проект шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. В программе огромное разнообразие самых оригинальных цирковых жанров. Артисты гастролируют с экзотическим шоу по всей России уже около 2 лет. Стартовали они из Владивостока, а сейчас уже добрались до юга России. Ставропольские зрители встретили артистов, как всегда, самыми теплыми аплодисментами. Ставропольский зритель принял нас замечательно. Такие овации в эпилоге, что мне кажется, никого не оставило равнодушным, поэтому почувствовали этот энергообмен, так сказать. Вот, поэтому на самом деле очень тепло, прям настоящий такой южный зритель, так что спасибо огромное. Посмотреть представление и стать частичкой незабываемого шоу можно до 11 июля. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Ставропольского цирка. Дарья Смиренко, Павел Сливерстов, АТВ Ставрополь.